Привет всем! Сегодня у нас второй этап тайм-атак ЕНА, который проходит на Красном кольце. Брифинг у нас прошел. Не мог снимать брифинг, так как был сюрприз. Я пообещал, что я приеду с метелкой. Такой маленький стайл, ну, ненадолго, буквально на 2 дня, и потом это все сбреется. Погода с утра радовала, ни жарко, ни холодно, но сейчас у нас пошел дождик. В каком-то случае это хорошо, в каком-то это плохо. Хорошим это для меня, во-первых, так как мы не успели, к сожалению, поставить мотор 1.7, было решено купить распредвал, но опять же это времени не хватило, и мы едем на стоке. Но что поделать, вчера еще сломали машину, и слава богу, быстро починили. Вот, кстати, этот герой вчерашней ночи, наверное, да, человек не отказался. Помог, красавчик. Мы зацепили машину за Аурис, затащили техническому партнеру АТЦ Матадор. Ссылочка будет в описании. Мы вчера до часу ночи, короче, посюкались, но мы победили. Все, у нас там катушка зажигания и провода силовые, все. Сейчас поедем. Самое главное, чтобы дождик сейчас был, все замечательно. Так что сейчас ждем заезды. Сейчас у нас поедет Unlim NA, потом Unlim NA Plus, и потом уже очередь до нас дойдет. Ты сегодня готова? Готова. Мы тебе массажик все сделаем. Ты не переживай. Да, мне обещали, на тумбочку ставил полный массаж. Ну это ты понимаешь, это надо аромасвечи купить, масло, музыку. То есть мне еще и деньги на это потратить. То есть то, что я выиграю, я еще и потрачу. Хорошо, я понял. Давай сейчас у самого бородатого. Ай, не успел слинять. Давай, Толян, рассказывай, готов ты, да. Что сделал, что зачетерил? Фару. Фару, красавчик. Я зачетерил, утром в туалет хорошо сходил. Красавчик, а ты сходила, надеюсь? Конечно. Молодец. Сказала, ты позавидуешь. Хорошо, я понял. Ладно, что, сегодня у нас приняло 50 участников. В моем классе, если я не ошибаюсь, человек 9. И... сегодня мы едем в классическое, это у нас сейчас квалификация, и второй заезд будет уже сама гонка. И очки зачисляются как за квалификацию, так и за гонку. Так что смотрим и не переключаемся. Thank you.
следующий. Выезжаю я на квалификацию. И на втором зачетном круге у меня в руке остается КПП. Я ее сломал. Бегом тут ездили в Емельяново. Ну, слава богу, в городе нашли. Сказали мне эту кочергу, короче, выкинуть и что-нибудь придумать. Хорошо, что с собой была стандартная ручка КПП. Сейчас поменяли, пацаны все помогли. Это прям супер, блин, нервы, переживания все равно. Хотел выйти из 40, но не получилось. Вот ребята сидят, загорают. Можно посмотреть 360. Наташа что-то недовольна, но мы сейчас с ней пообщаемся. Oh, 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 oh
момент следующий. Выехал на вторую попытку. Все, слава богу, хорошо все работает, все переключалось, все замечательно. Да, стандартный переключатель маленько неудобен, но тем не менее можно ехать, закрыть глаза и ехать. Вот, после этого у нас был масс-старт, где там 10 пилотов, 11 пилотов собралось, покатались по большому кругу. Было все супер, но задачу мы выполнили на сегодня, несмотря на то, что у нас стандартный мотор. Во втором классе я оказался, к сожалению, последним. Но ничего страшного. Следующий этап тайм-атаки НЭ пройдет на Кузбасском автодроме. Будет интересно, но я еду без машины. А завтра у нас второй этап Russian Classic Cup. Так что будет интересно. Всем спасибо, кто смотрит. Ну, если не сложно, ставьте лайки. Всем спасибо, всем пока.